Эй, ребятки, всем привет! С вами Борода, это Age of Magic, и мы продолжаем ее проходить. Я получаю бесплатного кобальда, вот так вот неожиданно. Ну ладно, че, блядь, вешаю вам лапшу. Все было ожидаемо, я к этому шел, я получил 9 уровень, и я могу активировать нового героя. Это Торак, кобальд-стрелок. Весьма неплохой, наверное, герой, я не знаю пока что на самом-то деле, потому что мы еще его не пробовали. А подрубаю звук. Сука, подрубайся. И музыку. Вот так вот. Все как вы любите, в лучших традициях, так сказать. Ну что, давайте посмотрим, что у нас есть, чего мы уже достигли. Я немножко поколдовал тут, пока вас не было, если честно. И я надеюсь, что это все было верным решением. Прежде всего, я хочу, типа, узнать. Я, как бы, уже все собрал, но мне не хватает осколков. И я бы хотел их все-таки найти, чтобы повысить звездность. Потому что звезды тоже добавляют довольно-таки приличный уровень. Если честно. Так, хорошо, я могу повысить свой боевой уровень. И, я не знаю, подымать. Надо подогнать сначала всех остальных, по-моему, под уровень этого героя. А потом уже что-то там колдовать. Давайте до 9-го каждого героя попытаемся поднять. У меня вроде бы как немножко накопилось всяких ништячков, этих зелечек и всего остального. Поэтому немножко можно себе позволить, как мне кажется. Но да, это действительно не предел. Можно было бы гораздо больше, но имеем то, что имеем, как говорится. Хорошо, этого повысили до 8 уровня. В принципе, это гораздо выше, чем у меня было до этого. И я думаю, таким образом мы сможем все-таки пройти ту проклятую миссию, которую было так сложно проходить до этого. И мне очень хочется в это верить. Ну что, у меня тем временем уже 5 героев. Ребятки, 5 героев. Представляете, да? Фух, ну что, светлая компания. Я иду к тебе. Твердыня Лорда. Ну что, твердыня Лорда, давайте посмотрим, сможем ли мы это сделать. А почему я не могу, как бы, у меня кобальд должен быть, что ли? Нет? А где кобальд-то? У меня кобальд был, как бы, нет? Ну ладно, окей. Не судьба, наверное. Хорошо, что я его не сильно вкачал, но 2 банки я на него потратил. Почему-то взять я его не смог. Хорошо, давайте тестить. Я сказал себе, что толстяка я буду убивать в последнюю очередь. Пошел он нахер. Уж больно долго мы его убивали, если честно, тогда. Поэтому я просто буду стараться не давать ему ходить. Пускай он у меня постоянно пропускает все хода. Буду ультовать, буду убивать одного и того. Бля, что за мелкий удар? О, камон, это было слишком слабо. Так, ну я уже сейчас на самом-то деле понимаю, что 3 звезды я могу не ждать. Это бессмысленно. Потому что я вот уже почти что потерял одного из героев. Кидаю всевозможные дебафчики. Надеюсь на то, что мне хоть как-то это все-таки поможет. Хороший крит от Тилада. Теряю первого героя. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. По-моему, у меня все-таки нарисовывается какой-никакой шанс. Этот жирный очень медленный. Я буду в следующий раз его опять стопать. Мне... Блять, ну вы посмотрите на его удары там. Ну, мощные удары, реально мощные. Я буду стараться его каждый раз стопать. Вот так вот. Пускай ждет, а мы будем сейчас над ним издеваться пока что. Поехали. Ну, 2 звезды, ребят. 2 звезды это неплохо. 2 звезды это очень даже хорошо, я вам так скажу. Я смогу уже пройти дальше. И это хорошо. Отлично. Я надеюсь, что сейчас я получу толстяка себе в награду. Я же не зря все это проходил, улучшал полгода, мучился. Потому что это было все сложно. И нет, я не получаю никого, да? Ну ладно. Допустим, хорошо, смотри, дальше идет тоже толстяк. Что, всегда будет теперь так сложно? Вы серьезно? Да не может такого быть, потому что это слишком зашкварно. Это реально хард-хардовый. Ну смотрите, опять все то же самое. Убиваю с первого удара, потому что критую, отлично. Кидаю оцепенение и пытаюсь убить сразу же. Ну хоть здесь это должен получить...
чертовы три звезды, я здесь не должен умирать. Хорошо, все, это победа. Вот сейчас несложно, согласитесь. А, у нас тут три раунда, камон, боже мой. Фу, я такой дебил. У нас три раунда, а я тут радуюсь. Ты представляешь? О май гад. Я, типа, я в шоке, короче, сам с себя. Я радуюсь тому, что мы тут уже побеждаем. А по факту... По факту мы в дерьме, ребят, честно вам скажу. Дамаг у меня не столь большой, на самом-то деле. У меня только Тилат нормально дамажит и Роланд, и все. Все остальные, ну так, честно, мусор. Вот, колдунья бьет, но это не дамаг. В сравнении с Роландом или Тиладом, которые девятки, это вообще не дамаг. Тилада вообще такое впечатление, что по нему нереально попасть, он только то и дело, что ходит постоянно, понимаете? У него просто крайне высокая инициатива. Ловкость его зашкаливает, и, ну, вы сами, в принципе, все видите. Ну, колдуньей буду бросать дебаф, в принципе, мне кажется, это единственный вариант, который у меня есть. Иначе нам жопа. Просто капец. Ну, видите, они очень медленно ходят. Вот эти толстяки очень медленно ходят, но у них размашистые удары, и они дамажат всех. Понимаете? То есть, сколько бы он ни ходил, он ходит очень больно. Редко, но метко, как говорится, понимаешь? Как говорил мой дед, я твой дед. Понимаешь, да? Фух. Хорошо. Мы идем в цитадель. Мы приближаемся, ребятки, к выполнению. У нас получен 10 уровень и разблокирована долина сокровищ. Это что-то новенькое на самом-то деле. Это интересно. Я жажду как бы уже продвигаться дальше. Хочу посмотреть... А что это за долина сокровищ-то вообще такая? Демон бесплатно, получит 24 уровень, и гончий бездны или поджигатель станет твоим совершенно бесплатно. Так, долина сокровищ, вот, пожалуйста, у нас новая локация открывается, ребятки, я не хочу туда идти. Ну, суки! Нет, ну можно я не... Ну, суки, просто суки, понимаешь? Я не хочу туда идти, но мне не дают выбора. Зато я могу взять всех героев, хорошо. 5 героев я приобрел на этой долине. Почему-то на предыдущей долине я не мог этого сделать. Но здесь с легкостью. С чем это связано, не знаю. Неправильно распределил, на первую полосу поставил. Видите, это бичевый герой. Хотя дамаг у него неплохой. Странно. О, уклонение, найс, вообще супер. Давай вот этого убьем. Они все спрятались, короче. Уклоняются что-то там. Смотри на все удары уклон, да ладно. Ну и как мне их пробивать? Если они всегда уклоняются, как я их буду убивать? Камон. Хорошо. Ну, это изи на самом-то деле. Несмотря на то, что это первый раунд, это слишком изи. Хотя у Роланда мало хп. Не знаю. Смотри, какой стрёмный чел, надо его сразу оцепеняшку бросать. И пока мы убьем этих дебилов. Блин, очень слабый дамаг. Мне не нравится то, как я расположил героя все-таки. Печально. Очень печально. Колдунью пару раз сейчас шлепнут. Она должна стоять вдали. Она должна стоять одной из последних. Этот бесплатный герой, которого нам дали, Торак, он вообще... Ни о чем, от него дамага по врагам почти не чувствуется практически. Поэтому я считаю его уже сейчас бесполезным. Не вижу смысла в него вообще что-либо вкладывать, если честно. Бесполезный кусок дерьма. Знаешь, такие моменты понимаешь, почему он дается бесплатно. И там нам должны были дать... гончую адскую. Я понимаю, что нету даже смысла потеть и ждать ее. Да ладно, здесь тоже жирный попадается. Ну что ты за... Бля, дерьмо такое собачье. Ну нахер ты нам здесь надо? Ну ты вообще не в тему. Роланда очень мало хп. Мне крайне не хотелось бы, чтобы ты вообще ходил. Поэтому постой, пожалуйста. Теперь еще у Телерана очень мало хп. Я не знаю, у меня... Ну, пожалуйста. У меня каждый висит тупо на волоске и может умереть любую секунду.
И что-то мне подсказывает, что сейчас толстячок-то ляпнет у меня разочек, размахом своим, и все мои воины подохнут спокойненько. Понимаешь? Ну, давай, добей его, слава богу. Если бы толстяк ударил, а он должен был все-таки ударить, то у меня бы не осталось ни малейшего шанса, и я бы потерял 3 звезды. Возможность получить 3 звезды, понимаете? Я не хотел идти в запретную долину, потому что для нее у нас должен быть отдельный видеоролик, где мы все это дело отснимем. А пока мы продолжаем проходить, ребятки, осколки прошлого. Смотрите, сколько здесь наград можно получить, охренеть. Пожелайте мне удачи, давайте посмотрим, удастся ли здесь. Почему здесь нельзя выбрать этого гнома? Хреново, я не знаю. Ящерицу. Видать, на этой локации он просто не может драться. Давай, убьем сразу этого. Блин, не убил, серьезно. Я рассчитывал на то, что я его сейчас с одного удара убью. Но почему-то с этим, мне кажется, не сложилось. Благо, есть кого еще убивать. А смысл бить этого нету, потому что... У него уклонение, повышенный шанс стоит. А когда стоит повышенный шанс уклонения, ну, ребят, зачем тратить ход, если ты все равно по нему не попадешь? Есть кого убивать. Тут 3 раунда, я уже теряю первого героя, ребят. Ну, камон, вы понимаете, да, насколько убогая у меня сейчас прокачка? Насколько тяжело стает проходить уже сейчас? Несмотря на то, что мы реально недавно только начали, это, если я не ошибаюсь, 4-й видеоролик по Age of Magic. Но уже сейчас я вижу, насколько игра продумана и насколько она хардовая. Я не знаю, зачем я только что ударил толстяка. Это было тупо. Но тем... Бляха, еще и уклонение. Все, минус, короче, герой. А обратно 2 звезды. Пожалуйста. Получи, распишись. Супер. Все, как мы с вами любим, друзья. Все великолепно. Правильно? Так, этот в уклон встает. Я буду дамажить другого. Я их вообще не пробиваю. Если честно, я не знаю, что с моими героями не так, но я или же не попадаю, или не пробиваю. Одну из двух, постоянно, как вы видите. Второго героя теряю. Просто обычная проходная миссия, ребят, понимаете? Обычная проходная миссия, которую я не могу никак пройти. Все, у меня, по сути, осталось 2 героя. Один только атакующий, и то он не атакующий, он танк, понимаешь? Он танк. Который ни хера не может сделать, потому что у него действительно слабый дамаг. Вот, пожалуйста. Вы все сами видите, мы в жопе. Мы реально просто в лютейшей заднице. Мне приходится использовать блок. Чтобы он хоть немного выстоял. Чтобы он хоть что-то мог сделать. Ну, и третья волна просто уничтожает нас. 2 толстяка! О боже мой, камон! Это нереально пройти. Пройти 2 толстяков просто невозможно. Все. На этом моя игра закончилась, и меня просто сокрушают нахрен. Ну, тут, это читалось, понимаете? Это было без вариантов, и на данном этапе я просто не могу это пройти. Ну что ж, у нас ролик получился на... Ну, в принципе, прилично, 15 минут почти что. Хорошо, мы вложились в нормы, ребят. Я надеюсь, вам был интересен этот видеоролик. Обязательно поддержите меня в описании, нажмите подписаться и лайкосик. За комментарий отдельный респект, как всегда. Всем спасибо, пока-пока.